Привет, друзья! Опубликованы кадры работы экипажа российского танка Т-90М «Прорыв». Танкисты с позывными «Крепыш», механик-водитель «Симба» и наводчик «Карась» рассказали о своей боевой машине и показали работу экипажа танка. Сейчас мы находимся на месте командира. Вот у нас пульт загрузки. Есть даже навигация. Сейчас мы поедем на огневой рубеж и поработаем. Включаем систему управления огнем. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.